Гороскоп на 27 сентября 2021 года. Водолей, женщина и мужчина. 51% общее, 53% любовь, 41% здоровье, 48% финансы, 64% удача. Прислушивайтесь к советам астрологов, и ваш день пройдет легко и продуктивно. Не торопитесь. Достаточно последовать этому нехитрому совету, чтобы избежать многих проблем профессионального характера. Нельзя подписывать документы в спешке, принимать решения на ходу. Пусть вас упрекают в медлительности, лучше выслушать критику сейчас, чем потом тратить время на исправление допущенных оплошностей. В личной сфере ситуация благоприятна. Вам удается наладить отношения с человеком, с которым вы совсем недавно были на грани ссоры, уберечь себя и близких от напрасных переживаний и волнений. Возможны подарки. Гороскоп здоровья для Водолея на 27 сентября 2021 года. Сегодня не рекомендуется злоупотреблять жирной пищей и слишком переедать за ужином. Тяжесть в желудке помешает уснуть. Если у вас есть какие-либо наследственные заболевания, то к сигналам своего организма стоит отнестись с должным вниманием. В конце дня вы можете ощутить улучшение самочувствия, с этого времени повысится сопротивляемость организма к различным инфекционным заболеваниям. Гороскоп красоты для Водолея на 27 сентября 2021 года. Все ваши мысли будут посвящены романтике и любви. Если у вас уже есть вторая половинка, то сегодняшний день просто прекрасно подходит для того, чтобы с ней съехаться. Если же ее пока у вас нет, окунитесь в активные поиски любви. Вам непременно удастся подыскать себе какую-нибудь очень интересную симпатяшку. Семейный гороскоп для Водолея на 27 сентября 2021 года. Если вы сможете найти сегодня время для общения со своими родственниками и всерьез обсудить с ними свои насущные проблемы, то это может оказаться выгодным для всех вас. Смотрите на вещи шире и забудьте о старых стереотипах, тогда общение доставит вам больше удовольствия. Не забудьте уделить достаточно внимания и своим домашним. Бизнес-гороскоп для Водолея на 27 сентября 2021 года. Вам следует посвятить все свое время и внимание коллегам, сейчас они нуждаются в нем намного больше ваших клиентов. Приложите максимум усилий, чтобы повысить боевой дух и продуктивность труда ваших товарищей по работе. Как часто вы смотрите гороскоп на день?